Классные руководители в школах небольших населенных пунктов Башкортостана смогут рассчитывать на двукратное повышение выплат. Вместо 5000 рублей учителя будут получать 10 тысяч ежемесячно. Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Из документа следует, что выплата вознаграждения в размере 5000 рублей за классное руководство производится с 1 марта этого года в селах с численностью населения 100 тысяч и более человек. В размере 10 тысяч в населенных пунктах, где проживают менее 100 тысяч человек. При выплате ежемесячного вознаграждения учитываются страховые отчисления, районный коэффициент, процентная надбавка и выплата отпускных. Учителя не могут получать более двух выплат, если они являются классными руководителями для нескольких классов. Напомню, предложение увеличить вдвое надбавки классным руководителям в школах и кураторам в колледжах, расположенных в небольших городах и селах, озвучил в своем послании президент Владимир Путин в феврале. Он подчеркнул, что в России необходимо совершенствовать систему оплаты труда бюджетников и добиваться роста их доходов.